Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Ложка, сегодня мы продолжим играть в игру под названием Minecraft на версии 1.7.10. И в прошлой части мы остановились на том, что попытались открыть себе новую вкладку в Таунномиконе под названием «Темные знания» или как-то так. Открывается она где-то вот здесь вот, но, как вы видите, у меня сейчас ее нету, потому что, как оказалось, я использовал недостоверную информацию. Это просто капец. Как оказалось, опять же, нам не нужна никакая книга под названием «Багровые ритуалы», которые падают у нас с стражей возле обелисков. Нам нужно просто искажение. Все настолько просто, а я загонял себя в какие-то рамки выбивания этих гребаных багровых ритуалов, крафта вот этих вот глаз. Нужно всего лишь искажение. То есть на этот раз, я думаю, 100%. И для того, чтобы накопить это искажение, как вы помните, нам нужно есть огромное количество мозгов зомби, и нам нужно изучать забытые знания. Типа, ну не знаю, вот такой вот смерти. Забытое знание среднее. И, в общем-то, что нам нужно? Нам сейчас нужно искать такие изучения, но я, если честно, не нашел, я тут пытался. И самое главное, нам нужно есть мозги зомби, это уже полегче. И я это, конечно же, буду делать, как только у меня упадет сытость. Прямо сейчас я это сделать не могу, так как вы сами видите, у меня сытость как бы, ну, полная. То есть я даже покушать не могу, я не голоден. И, в общем-то, я уже, на самом деле, до серии нашел, что я буду сейчас изучать. Потому что я, на самом деле, не знаю, почему я до этого не изучил. Смотрите. Так, по-моему, это находится в Тауматургии, да. Виз-заряжатель. Я не знаю, что это такое, но чисто вот, знаете, по названию мне кажется, то, что это связано с узлом ауры. Ну, так как это виз, да, все вроде как логично. И мы сможем восполнять эссенцию вот здесь намного быстрее. Кстати, а что с моим посохом? Ой, да он уже почти зарядился. Я уже про него на самом деле забыл на столько-то времени. Так, у меня не хватает только лишь Игниса для того, чтобы его полностью зарядить, но на самом деле для червоточины мне он особо-таки не нужен. А одеваем на балдажник, и как вы видите, я теперь могу использовать этот посох просто постоянно. Да, вот так вот я могу проходить, и по идее сейчас листва появится, да? Ага. Да, просто взяла и появилась. Круто. Это просто охренительная червоточина. Ну ладно, я в принципе не туда ушел. Сейчас нам нужно попытаться изучить это изучение, опять же, и посмотреть, что оно нам даст. Я вот, знаете, на что сейчас надеюсь? То, что я изучу виз-заряжатель, и вот здесь вот появится какое-то забытое знание. То есть, я знаю то, что я мог бы посмотреть это все в интернете, но мне кажется то, что без интернета это делается... О! Что? Костяной стержень, забытое знание? What the fuck? Серьезно? А как я его раньше не заметил? Так, все изучаем. Еще одно забытое знание. Ух ты ж, ёпта. Ух ты ж, ё-моё. Так, слушайте. Так, ладно, ладно, я так и быть изучу этот виз-заряжатель, потому что я как-никак пообещал все дела. Я уже тут говорю про него так долго. Так, и мне для того, чтобы его нужно изучить, можно было изучить, нужно 3 машины, у меня, по-моему, вообще 0, и целых 8 патентий, ё-моё. И нам еще нужно 3 целых мотуса для того, чтобы получить эту машину. Потом нам еще и нужен инструментум. Ёперный театр, сколько же ордам не пригодится для того, чтобы все это сделать. Давайте посчитаем. 7, получается, вау. Это много, чуваки. Это целых 10 орда нам нужно где-то получить. Окейушки, окейушки. Давайте посмотрим, что нужно для костяного ядра посоха. Стоп, ничего? У меня уже все есть? Вау! Уровень постоянного искажения увеличился. Вау-вау-вау-вау-вау. Всего лишь за несколько секунд мы увеличили забытое знание просто во много раз. Хотя, подождите, у меня, по-моему, инструментума теперь нету, да? О, черт, я потратил весь инструментум только что. Теперь мне нужно, получается, 13 орда. О, нет. Еще и Хьюмануса 3 штуки нужно. Хотя, ладно, с Хьюманусом у нас, как видите, проблем нету. Ну, в общем, я сейчас, скорее всего, поставлю на паузу, нарублю огромное количество дров, скорее всего, вот такого количества дерева мне не хватит, и положу все вот эти верстаки сюда, постараюсь добыть 13 гребаного орда и продолжить. Окейушки, увидимся через пип. Раз, два, три. Пип! Я засунул по 40 верстаков в каждый вот такой вот расщепитель, и сейчас посмотрим, попадется ли мне 13 орда. Увидимся через снова раз, два, три. О боже мой, это было пипец как мучительно, на самом деле, вы просто не представляете, вот так вот кликать, 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 кликать. Больше 100 кликов я в итоге так сделал правой кнопкой мыши, но это стоило того. У меня 12 орда, хотя нет, 13, если считать еще вот это вот свечение, как раз столько, сколько нам нужно. И самое главное, у меня еще появилась
Air, то есть у меня сейчас с вот этим свечением 18 Air, это круто, просто круто, то есть мы сейчас действительно давайте все сделаем, так, я помню то, что нужно было 13 инструментов, но конечно на всякий случай я проверю, вот просто не облажаться, чтобы, нам нужен визаряжатель, это получается 3 машины и 8, а подождите, а так там 6 патентий, а не 8, ой, так получается у меня даже еще останется. Окейшки, 6 патентий быстренько создаем, далее берем, создаем 3 мотуса, инструментум, создаем машину, и мы по идее можем. О, да, визаряжатель готов. Но, как вы видите, у нас больше ничего не появилось с забытым знанием, что очень плохо. Раздражением для любого тауматурга, выполняющего регулярные действия на магическом верстаке, является заряд жезла. Теперь, когда вы нашли способ высасывания виз непосредственно из узлов, вы в состоянии сделать виз-заряжатель. Он работает как обычный канал, но предназначен для размещения на магическом верстаке, то есть вот где-то здесь, возле моего верстака. Он будет брать виз из каналов и заряжать жезлы, лежащие на верстаке. Единственный недостаток в том, что он заряжает гораздо медленнее, чем если бы вы заряжали вручную или ставили на пьедестал. О боже, окей, давайте тогда знаете что, попробуем так и быть эту штуковину скрафтить, но если нам действительно придется вот так вот все это вести, я забью. Я думаю то, что жезл я и так смогу без всяких проблем донести до туда, зарядить и вернуться. Но просто знаете, ради эксперимента я готов это скрафтить. Итак, нужно виз-канал, который крафтится... О нет, сбалансированный кристалл, господи, только не это! Гребаный сбалансированный кристалл нужен, все это крафтится на магическом верстаке, и походу прямо сейчас мне придется все это быстренько сделать. Я, в принципе, знаете, помню, как это все делается. Я могу даже сейчас не выключать. То есть, смотрите, я уже настолько профессионал, то что без паузы могу прям за считанные, можно сказать, секунды скрафтить себе этот самый сбалансированный кристалл. Просто кидаем это, два сахарных тростника и... Та-да! Сбалансированный кристалл готов. И никакой паузы не нужно. На самом деле, меня эти паузы настолько уже... задолбали то, что я решил быстро научиться создавать эти сбалансированные кристаллы и больше не париться. И, как вы видите, у меня получилось. Так, берем сейчас, окей, 6, по-моему, или сколько там, 4 железных слитка. Так, и кладем посередине это. Жезл, где мой жезл? Жезл. Жезл. А, вот он жезл, господи, я уже думал, потерял. И что там нужно еще? По-моему, стержни, которые мы, опять же, сейчас можем быстренько создать. И что-то еще. Пожалуйста, хоть бы это не сложно было. А, железный слиток, окей. Тогда no problem. Железный слиток как раз-таки 2 штуки взял. Это то, что нам нужно. А, значит, создаем сейчас быстренько раз-два. Кладем это все по бокам. Также снизу у нас железные слитки. И посередине сверху канал. Ага. Еееее. Виз-заряжатель готов. Теперь, по идее, мы можем просто это разместить вот здесь, и это все будет заряжаться. Хотя, я, если честно, не особо уверен, то, что это как-то будет заряжаться. Но в то же время, я думаю, то, что если бы у нас здесь сейчас стоял какой-нибудь узел ауры, это все питалось бы. Давайте вот чисто ради эксперимента проверим, будет ли это действительно хоть как-то питаться. Я же недаром сейчас потратил сколько? 3 минуты своей жизни, чтобы это скрафтить. Целых 3 минуты. Да за такое время можно, черт возьми, не знаю, доширак заварить. А? А? Он заряжает вообще или нет? Так, вот сейчас 49-41. Сейчас снова 49-41. Чуваки, а как это работает? Окей, я не знаю, как это работает, но по идее это так вот и работает. Но на самом деле мы можем разместить еще один виз-канал, который я не знаю, как работает, и по идее от одного виз-канала все это будет питаться вот к этому. Давайте вот чисто ради, опять же, эксперимента посмотрим, что это такое. Итак... Каналы используют систему разветвлений, так каждый канал может иметь только один источник, либо другой канал, либо возбужденный узел, но может иметь несколько дочерних каналов. Вы также можете настроить канал на один из первичных аспектов, коснувшись его соответствующей кристаллы. На-на-на-на-на-на-на, понятно, я так понимаю, нам нужно просто вот это все разместить, я не хочу это сейчас все читать. Окей, можете смело меня называть дураком, потому что, как оказалось, у меня, оказывается, еще нет вот такого вот узла-преобразователя. То есть, чтобы вот это вот все соединить, чтобы это все работало, нам еще вот такой вот узел-преобразователь нужно создать. Это просто, я вот что скажу, в жопу. В жопу это говно. Не хочу, не буду я это создавать ради того, чтобы это просто питалось к магическому верстаку. Зачем мне это надо? Я что, придурок, что ли? Я будто настолько ленивый, что не могу просто взять и добежать до этого гребаного пьедестала сам и вручную поставить эту палочку. Не-не-не-не-не-не-не. Я тут реально что-то думал, как оказалось, этот преобразователь нужен. И сейчас я забиваю. Да, но проблема в том, что у меня снова нету места. Так, ладно, перышки выкинем семена пшеницы, я думаю, у меня их и так полным-полно.
заберем все нужное и пойдем это все поставим обратно. Короче, сейчас я собираюсь изучить очень-очень много палочек. Вот, например, тростниковый стержень, огненный стержень. Это, во-первых, приблизит нас к Ихору. Ну, я думаю, вы понимаете, тут любое изучение приближает нас к Ихору. А самое главное, позволит нам узнать какие-нибудь закрытые, забытые, точнее, знания. Ну что ж, давайте приступим. Наверное, тогда начнем с тростникового стержня. И прямо сейчас мне нужно создать инструмент. Для этого нам понадобится орда. И здесь еще хьюманус нужен. Ну окей, с этим проблем, я думаю, пока что не возникнет. Итак, серьезно? Тростниковое ядро посоха, это, конечно, все приятно, но... А почему у нас нету забытого знания? Что за черт? Что за бред? У нас тут, кстати, есть еще набалдажник заморозка, для него всего лишь 6 льда нужно. И мне кажется, то, что эти 6 льда я могу легко скрафтить. И да, все, проблем никаких нету. Я изучаю все. Не для того, чтобы просто потешить свое самолюбие или еще что. Хотя это, наверное, глупо сказано, но, в общем, я опять же просто приближаюсь к Ихору. Итак, этот набалдажник способен создавать глыбы льда, попав в воду, такая глыба превратит ее в лед. Цельтесь осторожнее, так как куски льда могут сломать некоторые объекты. Ого, тут нужен алмаз. И еще, нифига себе, это много виз. Ну, то есть, смотрите, целых 0,05 аква, 0,02 игниса и 0,02 пердитио. К сравнению, у нас червоточина тратит очень мало. То есть я сейчас, конечно, показать не могу, но она тратит всего лишь 0,01 за использование. Окей. Ну, в принципе, можно было бы создать, если бы у меня были... А, так у меня и ледяных кристаллов тоже много, я-то думал, у меня их мало. И создается это все на магическом верстаке. Чуваки, так я это могу создать прямо за считанные 2 минуты. Давайте, все, засекаем время, 2 минуты даю и прямо сейчас быстренько создам. Берем один алмаз, далее берем кварц, берем, что там нужно, я забыл уже, ледяной кристалл. И сразу же бежим к магическому верстаку, который я уже успел, конечно же, сломать. Кладем вот этот вот жезл и облепливаем это все. Надеюсь, то, что я облепливаю это все правильно, хотя нет, я точно облепливаю это все неправильно, так как я помню, это нужно все по углам разместить. И та-дам! Набалдажник заморозка готов! Прошло сколько времени? По-моему, секунд 30, может быть минута максимум. Окей, у нас как раз-таки тут куча воды. Ну что ж, посмотрим. А где лед? Вау. Нет, я, конечно, понимаю, это красиво, но где лед? Может быть, надо вот так? What the fuck? Он прыгает, как грёбаный шарик. Это реально шарик прям. Так, окей. Может быть здесь? Ничего. Странно. Я что это зря создавал? Я хочу посмотреть, что ты делаешь, Эйн, заморозка. Цельтесь осторожней, так как куски льда могут сломать некоторые объекты. А самое главное, попав в воду, такая глыба превратит ее в лед. То есть ее воду. Подождите. Чё-то ничего подобного. Эта хрен не работает. Это самая бессмысленная вещь, которую я когда-либо создавал. Серьезно, это какой-то шарик, который просто отскакивает. What the fuck? Он даже меня не бьет. А, окей, ладно, беру свои слова обратно, он меня бьет. А если мы вот таким вот образом очень-очень-очень-очень-очень-очень много накинем? Понятно. Знаете, что я сделаю? Все очень просто. Выкину я это говно. Вообще, самая бессмысленная вещь, которую я когда-либо крафтил. Целый алмаз на нее потратил. Целых 4 кристалла водяных. Это просто немысленно. Боже мой, самое реально дурацкое изучение. Может быть, баги или что? Почему не превращается в лед? Ладно, неважно. Так, сегодня я уже сколько сделал изучений? 1, 2, 3, 4, 5. Я уже, в принципе, знаете, сделал больше 4, столько, сколько, в принципе, нужно за серию, как я уже говорил. Но мне этого не хватает. Я хочу еще что-нибудь изучить. Смотрите. У нас есть изобретение, и тут надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 изучений осталось. Всего лишь 10. А, не-не-не, 11, еще меч бури. Мне, кстати, давно говорили сделать меч бури, но я думаю то, что если я его и буду делать, то только тогда, когда буду сражаться с темными стражами. Хотя, может быть, даже сделаю в следующей части, кто знает. Но в этой части я его как-то не особо хочу делать, потому что я хочу сейчас на количество прям сыграть. Я хочу прям за сегодняшнюю серию изучить как можно больше. Так, и вот, например, я хочу изучить кинетический пояс рунного щита.
Еще уже шестое изучение, отлично. Давайте изучим магическое ухо. По идее, насколько я знаю, после магического уха идет забытое знание. Если, конечно же, я не дегенерат. Хотя, нет, я дегенерат, скорее всего, там ничего нету. Но чисто вот ради эксперимента я хочу проверить. Я тут решил пройтись по минимуму, чтобы не потратить очень много орда. Потому что, как видите, орда у меня осталось одно единственное. Но вместо этого я совершил глупую просто ошибку. Я потратил весь воздух. Это... какой же я тупой. Ладно, магическое ухо готово. И сразу же смотрим, что у нас. Ничего. Да, я все-таки немножечко дурачок, потому что я как бы думал, то, что там что-то есть, но, как вы видите, ничего. Ну что ж, давайте посмотрим магическое ухо. Магическое ухо представляет собой устройство, способное к обнаружению звука, испускаемого из ближайших нотных блоков. Ближайших, да, все правильно. Если он распознает ноту, то испустит короткий сигнал красного камня. Понятно, короче, мне это не нужно, потому что это всего лишь редстоун, а с редстоуном я вообще не дружу, да и в принципе мне тут особо ловушек не надо, у меня есть вот такие вот камни, которые точно не пропустят зомби и скелетов, у меня здесь есть ускоряющие блоки, у меня есть големы, которые все собирают, так что автоматические фермы мне не нужны, у меня есть алтари, к которым точно никакой красный камень не понадобится, у меня есть автозаряжалка палочек, у меня все уже автоматическое, серьезно, мне ничего делать не надо, я могу просто забить на Майнкрафт, тут все будет само делаться. Ну, кроме, конечно, вот этих камней. Пока по ним не пробежишься, они не заработают. А так, все нормально. А, кстати, я, наверное, не сказал то, что эта серия будет полностью изученческая. Но, в общем, вы, наверное, и так уже поняли то, что сегодняшнюю серию я хочу полностью посвятить изучениям. Ну и, в принципе, я уже изучил целых 7 штук изучений. И я хочу сегодня побить рекорд и изучить сразу 10 изучений за серию. 10 изучений, что я могу еще изучить? Опа-на! Забытое знание, чуваки! Это будет третье забытое знание за сегодняшнюю серию. Я хочу изучить. Маска тянущегося демона, нужно 5 жизни. Чуваки, срочно создаем 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять, маска тянущегося демона. И уровень постоянного искажения увеличился. Знаете, что меня немного напрягает? Напрягает меня то, что у меня до сих пор не потратилось ни капельки сытости. What the fuck? Я уже тут столько набегался. У меня ни одного мозга зомби не было использовано. Мозга. Да, мозга зомби. Вообще ни одного. Что за бред? Давайте я сейчас сделаю такую, не знаю, мини-ачивку. Я буду очень долго бегать, пока у меня не потратится хоть чуть-чуть сытости. То есть я даже все вещи сниму. Может быть, это как-то реагирует. Окей. Снова увидимся, наверное, уже через... Не пип. Раз, два, три. А, да. Я просто охренел, вы даже не представляете, как долго я сейчас бегал, чтобы потратилось хоть чуть-чуть сытости. И знаете, что самое интересное? Как только потратилась половина, сразу же потратилась еще просто целая сытость, охренеть. Так, я, получается, могу съесть мозг зомби, и теперь... Да, уровень временного искажения увеличился. Да, черт подери, он действительно увеличивается. И как вы видите, вкладки у меня пока что никакой не открылось, но в принципе это понятно. Дело в том, то, что, ну это логично, одного мозга вряд ли будет достаточно. И знаете что, пока у нас есть голод, я снова могу вот так вот бегать. Сейчас я, конечно, бегаю без сапог, вообще без какого-либо предмета, чтобы наверняка. И я могу так вот опять же бегать, могу кушать эти мозги, и может быть за все вот эти еще 5 мозгов у меня все получится. Хотя стоп, что? О нет, мне сейчас повезло, и с мозга зомби у меня не дали голод. О, черт, ладно. Все, в грязду это все. Продолжаем изучение, я хочу сегодня рекорд побить. Так, значит, вот это мы одеваем, там эстетический пояс тоже. И теперь одеваем всю нашу броньку. Так, я ее никуда не потерял, да, все замечательно. Ну что же, будем ждать, пока у нас сытость, если что, снова восстановится. Ой, точнее, упадет. А сейчас я хочу изучить что-то, что опять же изучается с помощью свитка. Это будет магия защиты. Я не знаю, что она нам даст, но, по-моему, это для мультиплеера, хотя, опять же, я не помню. Так, значит, берем один листочек, берем нашу чернильницу, которая, по-моему, уже наполовину, да, и начинаем изучение. Увидимся через пип, раз, два. Какая-то билиберда здесь получилась, но в любом случае, магия защиты, все под контролем, все нормально, и research completed. Так, окей, некоторые эксперименты привели к интересному открытию. В блоках можно записывать их память. Вашей первой попыткой стал эксперимент по обучению дверей, нажимных плит и других блоков. Дверь неуничтожима и неоткрываема для кого бы то ни было, кроме хозяина. Хозяин может создавать специальные ключи, позволяющие пользоваться дверью. Создав и использовав на двери железный ключ, вы привяжете его к ней. А, то есть, да, это для мультиплеера. Ну, блин, ну... Я вот ненавижу такие изучения, которые для мультиплеера. То есть, она мне нахрен не понадобится, потому что...
ну, я не в мультиплееры, я не играю с кем-либо, то есть я просто одиночка, и как бы мне эта дверь или плита, или кнопка тупо не нужны. И вот сейчас я, можно сказать, потратил кровные свои эссенции на какую-то ненужную хрень. Так, ну, в общем-то, окей, я дохрена на самом деле сегодня поизучал. Мне кажется, то, что этого вполне достаточно. Да, я знаю то, что сегодняшняя серия, она вот такая вот полностью изученческая, но согласитесь, у нас давно не было таких серий, и как бы... Я знаю то, что многим такие серии вообще не нравятся, когда я постоянно вот просто что-то беру и изучаю, причем в огромном количестве, и практически ничего не крафчу. Но такие серии просто нужны, понимите? Если таких серий не будет, мне просто не останется что-то делать, кроме как просто потом тупо приближаться к Ихору. Да, а я сейчас как бы хочу все это совмещать, чтобы хоть что-то оставалось делать, и я со временем приблизился к этому гребаному Ихору, иначе... Иначе, опять же, у нас ничего не получится, господи, я думаю, вы меня понимаете, если не глупый. Да, нам еще дохрена чего нужно изучить, чтобы приблизиться к нему. Я вообще до конца не уверен, что у нас вообще хоть что-то получится. Но я пытаюсь, я прям тут изо всех сил пытаюсь все это изучить, но не хватает эссенции, вы сами видите. Надеюсь, то, что вы поставите лайк, потому что благодаря вашим лайкам появляется мотивация снимать серии дальше, больше, чаще. И, в общем-то, спасибо огромное за просмотр. И что же я хочу вам сказать? Кстати, тут сундук у меня валяется, ни хрена себе, я про него уже и забыл. А, что же я хочу вам сказать? Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лоложка и дохрена огромный Таумкрафт. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Да, я сделал это. А, надо же видео выложить. А, в смысле, что я несу? Какой выложить? Закончить? Чё? Господи, прибыль.